В состоянии наркотического опьянения был задержан капитан судна «Холидей». Об этом рассказали наркополицейские на брифинге, посвященном итогам спецоперации «Акватория 2015». Мероприятие проводилось совместно с сотрудниками ГИМС. О том, что экипаж судна «Холидей» причастен к обороту наркотиков, стало известно еще в августе текущего года. Но задержать злоумышленников удалось лишь в октябре. Судно обнаружили у села Терновка Энгельского района. На борту было оборудовано специальное место для употребления запрещенных веществ. При обыске была изъята смесь, содержащая каннабис. А медосвидетельствование выявило наркотическое опьянение у капитана судна. Причем он заявил, что не знает точно, что употреблял. Я накосил на острове и курил. Что? Траву не трогайте, не трогайте, не трогайте, пожалуйста. Нашел траву, посушил, курил. Ну что это такое? Я точно не знаю. Может быть, конопля, может быть, лебеда какая-нибудь. В ходе мероприятия также было установлено, что у судна нет регистрации в ГИМС. И с 2013 года теплоход перемещается без документов. Капитан привлечен к ответственности за хранение и употребление наркотиков и за отсутствие документов на судно. Кроме того, в рамках операции наркополицейские обнаружили очаг культивирования конопли на одной из саратовских турбаз. Выращивали ее сотрудники базы отдыха «Энергия» и заготавливали для дальнейшего употребления. Все сотрудники были задержаны. У одного из доставленных лиц, 30-летнего жителя Саратова, был выявлен факт употребления наркотического средства. По данному факту был составлен административный протокол. А по факту хранения наркотического средства марихуаны возбуждено уголовное дело по части 1 и части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотического средства марихуаны в крупном размере». Кроме того, с территории турбазы изъяли марихуану массой более 1,5 килограммов. Ее сотрудники спрятали с целью дальнейшего употребления.